В Батецком районе сегодня открылись сразу два новых объекта. Первых посетителей принимают парк семейного отдыха и спортивная площадка. Первыми отпраздновать обновку смогли жители деревни Мойка. Парк семейного отдыха «Лукоморье» теперь открыт для больших и маленьких местных жителей. Именно они вышли с инициативой такого благоустройства и даже приняли непосредственное участие в его создании. Увидеть результаты и поздравить активистов приехали и высокие гости. Среди них первый заместитель губернатора Сергей Сорокин и глава Батецкого района Владимир Иванов. Они же перерезали красную ленточку и в самом поселке Батецкий. Там сегодня первых посетителей принимает новая спортивная площадка. Подробности смотрите в наших вечерних выпусках.